Я все вот это хаваю, у меня выбора нет. Представляешь? Вот я такой человек, я к месту не привязываюсь никогда. Я ни к людям не привязываюсь, ни к месту. Все. То есть, как бы я сегодня, допустим, там, а завтра, ну, еще где-то. То есть, да. Да все, дед, зебавьте меня, вот тебе еще денег, чтобы жилось хорошо. Тебе я КСТА, да, ну, слушаю, ту КСТА. Пока 4X Pro. Тихо, я куплю. А мне Пока, купи мне Пока X5 Pro. Иди Братан, я не знаю, как тебе благодарить, блин, буду. Реально, блин. Капец, я теперь себе, наверное, мотоблок буду рассматривать. Ты извини, конечно. Все, но стипендия я реально закончилась, пойду к маме, попрошу еще денег. Ромочка, братишечка, родненький ты мой. Вот спасибо тебе огромное. Я такие донаты, честно, не заслуживаю. Я буду все, ребята, я клянусь, я куплю себе мотоблок, который с прицепчиком. Все, весна настанет, братишка, мотоблок у меня будет. Я тебе лично, Ромочка, отчет сделаю, фотоотчет, да. Серьезно тебя валю. А мне не хочешь купить Android устройство Poco X5 Pro, хуесос? Чего, блядь? Купи мне Android. Я хочу Poco X5 Pro на 256 памяти. Я хочу Пока. Охуёк. Я говорю тебе, купи мне Пока X5 Pro. Я хочу играть в телефоне, хочу сидеть и с темы менять разные, сидеть там. Хочу еще там все GTA-шку скачать, КРМП на телефон. Играть андроидом пользоваться. Хочу я. Купи мне андроид, а? Купи, я буду блог писать, я буду GTA-шечку играть на андроиде, менять всякие темы анимешные. Сука, 30 лет чел, он андроиды, сука, выпрашивает. Спасибо. Спасибо.